Подмосковье заметно сократилось время ожидания плановой консультации у детских офтальмологов. Таковы первые результаты работы кабинетов доврачебной проверки зрения. Прием у них ведут не врачи, а медсестры. К доктору ребенка отправляют только если обнаружилась проблема. С начала учебного года через кабинет доврачебной проверки зрения прошло более 500 детей. И только треть из них по итогам обследования были направлены к врачам. Соответственно, почти 300 детей в помощи окулистов не нуждались. И это снизило нагрузку на специалистов. Популярность гаджетов нередко приводит к ухудшению зрения уже в раннем детстве. Остановить развитие близорукости современная медицина пока не умеет. Но вот замедлить процесс падения остроты зрения – врачи могут. Есть тоже на сегодняшний день методики, технологии, которые вырвались в наш современный мир, который является тормозящим эффектом. Вот для этого мы приглашаем ребенка. Если мы выявляем близорукость на ранних стадиях, мы можем приостановить с помощью ночных линз. Записаться на прием в кабинет доврачебной проверки зрения можно как по телефону 122, так и на портале Госуслуг здоровья. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».